Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Вот у меня такой красивый лилейник. Но, к сожалению, у нас сейчас пошли дожди. Она только вот так вот эту всю свою красоту раскрывается. Дождь идет, она опять вянет. Вот недавно, вот цветочек один уже. Я не знаю, может, она еще спит. Хотя у нас еще утро раннее. Вот она одна раскрылась, еще тут осталось и 3 цветочка. Вот эти самые мелкие желтые, они, походу, им уже не суждено открыться, так как завяли. Ой, вот, завяли они. Они не откроются. Ну, к сожалению, как говорится, выживать сильнейше, да? Вот видите, какая красота. Если честно сказать, я когда на нее смотрю, я горжусь, что у меня это такой, именно такой цветочек красивый есть в моем саду. Вот еще три откроются, а потом уже все. Уже будем ждать будущего года. Так что вот, всем пока.